Всем привет, с вами Виктория Дзагановская. В этом видеоуроке я вам расскажу, как использовать и как установить блокнот на вашем компьютере. Это на самом деле просто незаменимая вещь в нашей работе, потому что у нас должны быть все ссылки, все шаблоны, вот вся такая необходимая информация должна быть под рукой, и как вот все это собрать в одном блокноте. Для начала вы проходите по ссылке, которая будет под видео или в наших командных чатах, или запросите эту ссылочку у спонсора. Проходите по ссылке. Вот будет такая папочка, нажимаем «Скачать». И она уже будет скачиваться в папку или в раздел «Загрузки» на вашем компьютере. Вот мы ее открываем. Вот это у нас папка. Нажимаем на вторую строчку, нажимаем «Извлечь». Дальше нас спросит, куда ее сохранить. Вот я выбираю рабочий стол, чтобы долго не искать. Нажимаю «Ок». Это можно уже закрывать. И вот уже появилась папочка с таким названием. Это и будет наш блокнот. Мы его открываем. Вам нужен вот один файл, и нажимаете «Запустить», и когда произойдет загрузка, в конце нажимаете или «Сохранить», или «Окей», что предложит вам программа. Я это делать уже не буду, так как у меня готовый блокнот. Я вам покажу, как он выглядит. Значит, вот так вот выглядит этот блокнот. Здесь слева вы можете создавать папки или просто такие вот как бы на одну страничку файлы с сообщением. Вот у меня, например, приглашение, несколько вариантов. Я один раз себе их сделала и могу работать в любой соцсети, и у меня не возникнет проблем с изменением сообщений. Вот даже малки, первое сообщение, вот инструкция для новичка. Расписано на каждый день. Вот папочка есть и с ссылками. Как же добавить папку? Когда вы зайдете сюда первый раз, у вас не будет так много файлов. Вы наводите курсор на вот эту самую первую папочку. Нажимаете правую кнопку мыши. Вот «Добавить». Вы можете добавить папку, которая будет вмещать пару документов. Или только заметку. Это будет вот файл на одной страничке. Сразу можно переименовать, например, там шаблоны, название, да, шаблоны. А здесь вы уже себе можете писать любой текст. Этот текст, как и в любом редакторе, можно увеличить шрифт, выбрать себе другие какие-то настройки, да, можно изменить там цвет текста, поставить синий, вот, выровнять или, ну, то есть, как в обычном текстовом редакторе. Когда вы сделали какие-то определенные действия для своего блокнота, записали нужный вам шаблон, вы просто нажимаете «Сохранить» вот на эту дискетку, и ваше сообщение уже сохраняется. Даже если вы закрываете ваш блокнот, выключаете компьютер и потом на следующий день включаете, заходите в свой блокнот, оно здесь все так и сохраняется, как должно и быть. На этом у меня все. Всем пока-пока.